Студия «Позитив» и фирма «Русское золото» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в программе «Городок». Ну возьми трубку уже. Ну ты чего, хочу возьму, не хочу не возьму. Ну это же я тебе звоню, я же набрал. А, тебя. Ты мне звонишь? Да. Я же не знал. Алло, алло. 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 Ты громче можешь разговаривать? Я не слышу ничего. А. Алло. Алло. Илья. Оу. Как слышно меня? Вот сейчас нормально. Хорошо, так хорошо вот сейчас? Вот так и говори. Так слушай. И говори. Да. А что вот это за галстук у тебя вот этот? Вот это? Да. Это я вчера купил. Ну, почем ты брал его? 1500 баксов. Ты просто сошел с ума. Почему я сошел с ума? Ну, потому что точно такой же вот здесь за углом 2850. Точно. А что ж ты мне, что ж ты раньше не сказал? Потому что трубку надо брать вовремя. Не учиться пользоваться телефоном. Алло. 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 Не, опять не слышу. Алло. Новые русские нашего городка. Ай, ты мой Колька, ты мой родной. Здорово. Здорово. Ты мой родной. Эх, ты мой родной, классничек, ты мой. Здорово. Здорово. Ну что, ну как? Да как? Ну как, ну у тебя все хорошо, да, судя по всему? Вот поэтому, что ли? Ну да. Что это машина? Что ты? Вот ты дал. Ты что, у меня же Мерсюк 600-й. Я поехал в Лаперанту, знаешь, да? Не, не знаю. Я поехал в Финляндию, там станция мерседесовская. Я поехал туда, знаешь, масло поменять. Понимаете? Они меня загубили инжектор, знаешь, да? Не, вот. Я не знаю. Ну, я вот на этом езжу сейчас, вот так вот, по переулочкам, чтобы ребята не видели. Да. Ты Наташку помнишь? Не, не помню. Ну, жена моя, когда в 9-м была. Наташка. Ну, не помню. Маленькая такая. Значит, сидит сейчас на Кипре. Это Наташа. Ну, там же зона офшорная, знаешь, офшорная зона. Не, я не знаю. Офшорная зона, там такие бабки гуляют, это вообще не приятно. Мама, не горюй. Сидит и оттуда мне, значит, она мне звонит раз в неделю. А мне звонит все время. Значит, пока ты там со своими бабами не разберешься, я сюда не вернусь. Понимаешь, все такое. Позавчера звонила последний раз. Позвонила? Ну, позвонила, да. А что делаю я? А Сашенька в Барклай-банк идет. Это Детоли? Нет, там управляющего... Не, не Толя, а управляющего... Я не помню, как его зовут. Англичанин какой. Но не Толик, точно. Угу. И понимаю, вот такие вот дела. И ложу туда на счет по 3 штучки. Кладу. А? Кладу. Да. Вот ты умный. Вот. А ты у нас всегда был, Колька, самый умный. Да. Самый лучший. Да? Да. А что я все про себя? Ты меня спроси. Что я все про себя говорю? Как ты, а? Выглядишь хорошо. Молодцом выглядишь. Делишки как у тебя? Да как? Я не ел 6 дней. Ты что, с ума сошел? Нет. Не, серьезно? Серьезно. Знаешь, я тебе скажу? Что? Надо себя заставить. Здравствуйте. А у вас есть колеса? Колеса? Раз, два, три, четыре. Нет, мне чтоб уехать. Шеста!
тачку возьму и все, я еду. Че ты толкаешься? Толкается, не понимаю. Поехали. Куда едем, шеф? В Петровские бани. Шеф! Алло, гараж! Петровские бани здесь! На тебе 20 баксов. Я тебя очень прошу, никогда так больше быстро не езди. Радио Ностальди. Та-т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 а
И главное, парню моему нравится. Классно, да? Поэтому мы и любим эту музыку. Фотография на память. Подходите фотографироваться на память о грудке. Острый глаз фотографа подметит наиболее характерное у вас. Уже через 15 минут сделает вас неузнаваемым. Нравится? Слышь, брат, а мы не можешь с фары фотографировать? Ни один хрен кого. Острый глаз фотографа сделает свое дело. А где ты мне с фары фотографируешь? Тут навалом. Ну, могу слева от колонны, справа от колонны, перед колонной, где хочешь. Не-не, брат, мне надо за колонной, за. Чтобы не видно не было. Зачем? Я фотографию мамочка посылаю. Мамочка фотокарточка получает, смотрит и говорит: ай-яй-яй-яй-яй, а где же мой сыночек? Где же мой Максут? А где Максут? И тогда я выхожу из-за колонны и говорю: здравствуй, мамочка, это я. Что ты делал в гостинице? Можно уже был уделать. У девочки? У девочки. Покажи, бесстыжие глаза. Дай очки мне, дядя Сеня подарил очки. Мерзавость, ты меня убьешь. У тебя вчера была свадьба. Сегодня утром вон идет девочка. Ну и что? Тебе что, Сонечки мало? Можно сказать? Ай, говори все, что хочешь. Можно уже сказать? Я проснулся утром, папочка, вы меня тоже поймите. Я проснулся. И лежит Соня маленькая, лежит. Это розовое, такое сопит, лежит. И спит так крепко. Какая связь? Да, спрямая. Я подумал, что я ее буду будить из-за 100 000 папа. Сам пипец грязный. Сам, как говорится. Сообщение, сам пипенечку. Угу. Все в порядке, Александр, говорится, да? Да. Я пошел, да? Спасибо. Слушай. Слушай внимательно, сам. Где тебя видел, а? Так, все. Это почти все. 87-й год. Куйбышевский райком комсомола. Я тебя не курировал? Сам, господи боже, Александр. Точно? Сообщение вижу. Я пойду. Где я? Эй!
А 91 год баррикады защитник Белого дома? Не ты был, нет? Я вообще в это время у меня вон патрон. Где я сам Белый дом? Да? Ну, как говорится, я отцов. Где ты? Где ты? Где ты? Сюда. 94 год. Таллин. Продажа цветоспитал. Ну, ты, да? Как говорится, я вообще сентиментал. Да где же это видео-то? И сюда. И сюда. Вспомнил. Ты же мне только что борщ приносил. Новая армия новым русским посвящает эту песню. Setzt die Set in Zerwey. And still setzt die hot to be. I feel the hole left for me. Let's do it. In my dreams, I had a plan. If I got to be a Belsinian, I would I had the whole world I would to buy and had them all. The rich man's ball. Money, money, money. All the sunny in the rich man's ball. Ah, all the things I could do. If I had a little money in the rich man's ball. Money, money, money. All the funny. In the rich man's hole. Hey! Money, money, money. All the sunny. In the rich man's hole. Ah, all the things I could do. If I had a little money. In the rich man's hole. Money, money, money. Money, 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 money. Hey! Спонсор программы «Городок» – фирма «Русское золото». И это не прикол. Новые сказки нашего городка про новых русских. Поймали как-то новые русские золотую рыбку. Серый, 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 клюет, серый, подсекай, подсекай! Подсекай! Чего там, чего? Голдфиш! Отпустите меня, новые русские! Я выполню любых ваших три желания! Слушай, серый, ты попроси у нее тачку, фирменную, новую, растаможенную. Слышь, подруга, слышал, что он сказал? Сделай, а? Делаю! Ё-моё! Палки. Так, серый, миллион баксов попроси. Давай миллион баксов, а? Получай! Да я попрошу. Давай. Ну да я попрошу. Ну давай, можно? Давай, давай, давай. Спасибо. Слышишь, сделай так, чтоб солнцевская братва нас в покое оставила, а? Ой, да вы чё, мужики, я же сама под их крышей хожу. Пришел как-то к новым русским в коммерческий банк Шара герой русского народа, старый русский Иван Сусанин.
А в горнице, как водится, сидит дева волоокая да большегрудая. Здравствуй, красавица. Гуманитарная помощь, это у нас там, коридорчик, туда, пожалуйста. И я Иван Сусанин. Кто там? Я есть герой русского народа Сусанин Иван. Тот самый. И бурденка та же. Ой, ты господи. О, господи. Господи, вас. Справа налево, красавица. Справа, справа налево, забыли мы тем. Спасибо, отец, вот вы наставил, научил. Ты, господи, я позову сейчас всех сюда. Я позову. Всех позову. Я начальство-то все позову, пусть посмотрит, а на Иван-то Сусанина пусть посмотрит. Я и вице-президента позову, я вице-президента позову, я начальство-то дело всех позову. Управляющих позвать, батюшка, позвать. И главное, президента позову. Ой, президента, я всех позову, и президента всех. Вот всех соберешь и пойдем. Куда пойдем, батюшка? В лесок. Погуляйте. Добрый вечер. В эфире программа 200. Спасибо. Вначале несколько сообщений из-за рубежа. Договор об уступках заключили между собой Россия и Япония. Согласно этому договору, японская сторона, как более умная, должна во всем уступать России. Еще одно сообщение из страны восходящего солнца, где по-прежнему очень популярна игра в шашки, которая называется «Го». Не меньше любовью там пользуется и классический японский театр. Но практичные японцы решили объединить шашки и театр в единое зрелище, и скоро миллионы телезрителей увидят, как актеры театра «Но» играют в «Го», а игроки «Го» в «Но». Как известно, осень – пора сбора урожаев. Особенно хороши виды на урожай у тружеников нечерноземья. Посмотрите на эти виды. Не правда ли? Хороши. Ну, а сейчас репортаж из фойе Государственной Думы. Работаем. Работаем, это я буду говорить, работаем или не работаем? Вы уже скоро все не будете работать, подлецы и где? Держи микрофон, вас не учили держать нормальный микрофон? В этих спеццентрах, ЦРУ, где их учат, где их готовят эту свободную прессу для России, их там готовят ЦРУ, за доллары они готовят. Он мне будет говорить, работаем или вот теперь работаем. Значит так, мир народам, земля усопшим, каждой женщине поможет. Каждому мужу по женщине. Понял? Вот так. Вот теперь работаем. Да, Владимир Вальдемарович, а вот скажите, пожалуйста, кто вам разрешил вот в такой маечке появляться на заседании Госдумы? Вот в такой подлец, вот, да. Подлец, понимаешь, кого ты спрашиваешь? Понимаешь, кого ты спрашиваешь? Подлец и негодяй. Сходи, нет, понимаешь, кем ты разговариваешь? Кем ты разговариваешь? Не тебя интересует. Это Моссад интересует. Это Тель-Авив интересует. Тель-Авив, тебе шекелей там забрать за этот вопрос. Заплатить. Он стоит и красуется перед камерой, он же сам себя красуется. У него же работа его, а последнее интервью берет в жизнь, он сам не знает. Что ты хотел спросить? Я хотел спросить, почему такой майки появились на заседании Госдумы? Кто вам разрешил? Мне разрешила? Мне разрешила английская королева, понятно? Английская королева мне разрешила. Каким образом? Каким образом? Я был в Лондоне на заседании парламента. Когда открывался парламент, они пригласили меня. Я не знаю, кого приглашать. И английская королева мне сказала, я был вот в такой же маечке. Точно в такой же маечке. Вот в этой маечке я был. И английская королева мне сказала, Владимир Вальдемарович, вы там у себя на заседании Государственной Думы можете вот в такой вот маечке ходить. Я пришел. Пой, подлец, иди за шекелями. Пошли отсюда. Записать его фамилию, мне выяснить все, понятно? Выяснить все. Когда постановим КГБ, чтобы все выяснили. Чтобы под лица всю его семью. Понятно? Не надо смеяться. Кого будет смеяться? Холодно в огонь не поедет. Понятно, кого? И в заключение о погоде. Погода обещает быть жесткой. Местами пройдут небольшие, кратковременные вожди. Thank you.
вот не надо ручку яркости крутить, не надо ее крутить. Мы и так знаем, что как только что-то по телевизору хорошее, так вот у вас сразу не работает. Сразу. Жалко, зря. Такой хороший прикол пропустили, мы его ночью снимали. Мультяшки нашего городка. Две плохи. Вот мы с тобой наскакались на танцах. Может, пешком пройдемся? Ну да, сейчас, пешком. Собачку подождем и на ней поедем. Алло. Алло. У тебя посмотри, что-нибудь есть новенькое? Ну что у меня, Бэтмен из второй и третьей серии. А ты нашу версию не видел? Нет, а как называется? Бэтмен. Четвертая, пятая часть. Да ты что, слушай, дай посмотри. А? Дай посмотри. А не боишься? А что бояться? Страшное кино. Еще правее. Во. Еще чуть-чуть. Вот так, хорошо. Приготовились. Внимание, снимаю. Uncle Ben's. Неизменно превосходный результат. Алло. 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 Да-да. С вами говорит робот автоответчица. Ваши номера ликвидированы за неуплату. С вами говорит робот автоответчица. Ваши номера. Так, все. Хватит косить под новых русских. Да, как-то не тянем на них. Слушай, пойдем по полтишку, а? Приветствую. Привет. Что будем пить? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, что-нибудь такое новенькое, что-нибудь такое... экстравагантное, что-нибудь такое пикантное, что-нибудь такое. Mm-hmm. Могу предложить коктейль Жириновский. Новенький. Шлягер сезона. Вперед. Готов?
Да, пожалуй, еще нет. Вот теперь готов. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек, где без спроса входят гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение и навеки провожают всем двором. Газеты, писем нет.